уровня. И мне эта игра очень понравилась. И мы начинаем играть за такого, за каменного монстра. И собираем ягоды. И дальше идут другие наши, наверное, враги. Хотя я не уверена. И мы становимся травяным монстром. И да, сбирайся. Ну вот, первый уровень, ну, соответственно, самый легкий. И вот мы его уже прошли. И идем дальше. Ну и опять же, начинаем за каменного. У нас еще есть жизни. Ну, вы, наверное, это уже заметили. И... ну, огненный нужен для того, чтобы эти розовые камни пить. Как я понимаю, эти фрукты, ну, не обязательно собирать, ну, полностью все. Я все собираю. После того, как мы их убили, они возрождаются. И вот мы уже прошли второй уровень. Идем к третьему. Опять-таки собираем ягоды, фрукты. Будут все новые появляться разные. Я немного ступила.